Короче, я запустил. Короче, вот. Звук проверить надо. А зачем ты же звук проверить? Что там с ним? Фармим 100 миллионов. Что за хрень ты написал там? На фарме. Осталось 23 миллиона на фарме. Нормально. Со звуком все? Ну, все. Отлично. Мецгар, ну-ка, что-нибудь скажи, подай голос. Скажи мяу. Или кла хотя бы. Короче, он не хочет разговаривать. А этот, как его? Еще отряд атаки не поправили, да? Я не поправили, тупо удалили и все. А почему? Я откуда знаю, потому что тупые гонзоны. Никто ничего не говорил, что ли? Говорил. Я тут видел вроде как тема какая там была на форуме. Была. Ну и что там ответили? Нихера не ответили. Сказали типа не будет, да? Ничего я вообще не сказали. Ни одного комментария. От разрабов, от админов, нихрена. Туда заходил этот чувак, который ее создавал, эту тему. Еще отряд Астонске, или как его, Астончике. Но ничего не написал. Хреново. Что происходит, вообще не знаю. Ну а что, он им помешал, интересно, что начнет? Первый он разберет, что там, кому кто помешал. Какая законченная тема с этими удалениями. Теперь смотрю в этом, как его там где-то там создают эти, как его, ну, чаты, комнаты эти, типа там. Вот, например, танки 5.7, 6.0, 2 места, 5.0 на землю, отряд. Ну, как это дали. Не, ну сейчас-то их, вон, чем больше стали. Так, ладно, голоса нет, пишу звезде. Вон этот Корсак есть. А Ромыч еще? Ромыч, он там летает, у них там какие-то тренировки. Загнать надо этот гадюшник. Какой? Дизлайки. И собрать нормальных. А че у них там? Нормально вроде все. Да? До поры. Ну, до поры везде, так до поры. Нет, не везде. Че это не везде, не везде? Нет, не везде. Многие команды живут дольше игр. Десятилетиями. Ну и десятилетиями. И вымирают. А некоторые вымирают как динозавры. Некоторые вымирают как мыши, а не как динозавры. Месяц проживут и мрут. Ну, бывает такое. Здорово, Джонс. Ты что там, опять письмо президенту пишешь? Чё тебе? Мы не катаем. Чё тебе? Только что ли? Или чё? Жалька, что ли? Э? Жалька у пчёлки в жопке. Брязнюка. Да? Ну, не горит твоя жопка. Вот когда у тебя будет жопка понгорать, вот... Она не в жопке, у него жалко-то вываливается напрочь. Это можно сказать, что член оторвали. Ну, она помирает потом после этого. Ну, конечно. Вместе с нервами там все выходит. Вот взять топки. Член, оторвать вместе с нервными окончаниями. Тот же самый эффект, наверное, будет. Не знаю. Ну, что идет, звезда, ты что-нибудь пишет? Не пишет. Пишет. Ладно, поехали, втроем похрен. А Мецгар-то тут? Мецгар, ты тут? Да. Ну,
уже поехали. Думали, тебе тоже член оторвали. Войки тут смотрю всякие. Войки? Войки. Войки. А, войки. А войки. 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 Нифига себе. Чё, прямо вниз помчим или через верх? Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, точка внизу. Сражаем речь. Давай, вниз помчим до разнообразия. Или через верх. Помчим, помчим, вниз до разнообразия, помчим. Успеем, да? На своих мега-тиграх. Куда помчим? Вниз. Блин, мне кажется, мы... Сейчас надо посмотреть, может, сейчас вообще... Давай, там, 6 и 7. Когда я думал, да. Начать... Нет, не-не, нормально. Нормально, нормально. Помоты вон всякие. Это херня. Ну и чё, туда вниз поедем? Едем. Там панцервербер 42, такая опасная. Да. А вдруг попадет, да? Ну. Может быть, когда-нибудь. Карнар вон, ты Карнар вон? Опа, вот это серьезная штука, Карнар вон. Вот его надо шпокнуть. Да. Но это начало конца, на самом деле. Гастелли. От этого рейтинга 5-7. Чего? Когда откроют все бритов, они классно-то повыше будут, чем машины 5-7. Ну, будешь всех 6-3 кидать. Причем значительно выше. Да, это же не топы. На них-то правило не распространяется. Понял? Их может быть бесконечное количество. Едем, 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 комнат уже куда там учить. Едем, не отвлекаемся. Я ему выпил триплекс. Да. Мезгер, что ты там делаешь в этой яме? Поехали. Я пошел объезжать 34-ку, которая дубли. Тут уже кто-то есть, кстати. На тачке? Да вот здесь. На тачке. Он меня выгнал. Он меня поджег. Я вот тоже наводчик. Я доберу его. Хрена ты его не добрал? Ну вот. Еще бы кто-нибудь с ремонтиком выпал. У нас сзади кто-то. Там стреляет. 3-4, ты чпокнешь? Блядь, я рано стрельнул. Я это лошара. Я думал, она и поедет. Минус башка. Ну добивай ее тогда. Все добивай, она уехала. Я же ей башку выбил, не двигал. Починил, починил, поехали. Да я понял. Все, добрали ее. Так, Мезгер, как? Чертов Мезгер, что ты на точке делаешь? Ладно, он же окей. Тоже самоходный поц. Не-не, нормально. Ты что-то низкого мнения о Мезгере стал в последнее время по испан. Мезгер, ты насрал ему за шиворот или что? По-моему, вчера же. Последний бой. За шиворот. Вот этот тяжик сейчас вылезет. Там за этим. Тяжик не вылезет. Спейспам туда смотрит. Ты не беспокойся, смотри вперед. За озером там, короче, этот. Комета, да? Комета, да. Че, ты вставил ему? Нет. Он заехал за дома. Как чувствуешь себя, Мезгер? Ага, хреново чувствуешь, да? Выбили ему одного козя и перезем. Так, наша сушка проверила, да, как там? Пацан поживает. У меня кто-то давай. Вот здесь вот стоит, кто-то из первого. Я понимаю. Еще 34-ка. И Джамбо приехал. Стал так, танк. Иса... А, Иса первого забрали мы. А этого кома-то забрали? Нет, нет, не забрали, смотри. Да.
А, он целый был, нихрена, ты реакция, ну, вообще. Понял, что ВЛД богов. Ты не стреляй в ВЛД, стреляй в маску, да? Ну он ромбом ко мне выехал, куда я сейчас. А какая разница, он же на тебя башкой должен развернуться. Mm-hmm. Ты полетел за этим комнатом, да? Убейте, да, его он там. Подержи туда еще. Я его на гусле посади, на гусле он. Вот, лично его забрали. Убили его. Блин, ништя. Это что за дерьмо? Ну давай теперь я попробую. Прикинь, что этот пацан придумал. О, по Т-76 по воде пойдет. Прикинь, да? Поплыл? Если он 10 километров убивает. Я не знаю, что он по краешку идет. Лол. Я почему-то поехал вперед. Вот этого чпокните. Я, короче, нажал круиз-контроль и полетел. Офигеть. Как так вышло? Плывет. Ну-ка давай на дно. Кого-то надо чпокнуть. Назад, Мезгер, назад. Мезгер его чпокнул. Да, я сдох уже. Капец, как так вышло? В смысле, как так вышло? Чпокнул тебя раньше, чем Мезгер его. Не. Да не, это фигня. То, что я круиз-контроль прожал почему-то. Надо перезайти, наверное, будет. Что-то у меня как-то клава странно называется. Руки-крюки. Да-да, руки-крюки. Что там, пацанчик сидит? Что, ты потопил корабль-то? Да-да-да. Он реально по воде плыл. О, успешно? Хрен его знает. Значит, чувачок успешен был. Показал необходимость того, что ПТ-76 должен плавать. Конечно. Нормально, чуваки на респе постояли. Сука. Конченый рак, блядь. Слышишь, я ему заборчик сломал, чтобы он себя крестил. Да, я понял. И он меня убивал. Я понял. Пусть я прям знал, что там происходит, несмотря на то, что меня не было. Андрей, на тигре, кстати, можешь ему прям в этот стрелять. Прямо в люк мехвода. Стрелять ему прямо в душу. Прямо в душу, да. Да, ну я выдал номер там с чафиком. Я чафик убил? Да. Именно. Я почему-то прожал, сраный круиз-контроль. Сейчас посмотрю управление, что там у меня. Такого быть не должно. Занервничай, наверное, да? Конечно, да. Перенервничай. Больше 10 тысяч боев занервничал. О, а мне что-то дали куда, хрен, я не получил достижение премиумный танк. Это хрень резервная, забыть. Выбрать экипаж, нет. Его типа всем дали. Капец, он два раза был прожат. Я понял, что было. Ладно. Ладно. Так. Райзенор. Короче, смени ник, его я не могу выговаривать. Здорово. Почему Мезгер не спрашивают, как он провел эту ночь? Мезгер, как ты провел эту ночь? Обоставился? Обоставил? Наставил штаны или настраивал? Да. Не зря. Прокляли.
Изидор, ну хрен его знает, честно говоря. Ладно, едем дальше таким же. Дойнт! Толкового взять. Четвертым мордом. И можно 6 и 7 ехать. Тенечки такие сделали. Че, десятая, да? Не, никаких десятых. Заколотыш. Ну че, ты же любишь это дело, да? По-всякому, по-разному. А сегодня ведь еще надо это, да? Там сколько, 5 боев выиграешь, и там какую-то тебе что-то дадут, да? Звезду испытателя, да. Твич не дает переименоваться. Да, кстати, я помню, это второй канал я создал. Кстати, мне тоже звезду дали, хотя я уже типа испытатель. Вот дуры, ну, сначала первую создали, там какой-то непонятный. Вот. Потом, когда начали стримить, короче, по новой пришлось создавать. Так надо в саппорт написать, они переименуют сами. Да. Да? Забавки, наверное, да? Нет, не забавки. Ну, стоит так за бесплатно, но скажем, ну, да. А, давай мы тебя переименуем. Ну, а почему, да. А почему будем? А ты думаешь, как переименуются люди, которые меняют команды? Понятия не имею. Ну вот я тебе говорю как. Почему они не могут сделать просто вот, ну, не знаю почему. Просто взять и переименовать. Ну я отсюда знаю. Вот так вот. Ой-ой-ой, я не попал. 44. Зато я попал. И главное, чтобы она не попала. Блядь, у нас стоит за домиком. Ой, ой, что с ней? Что с ней случилось? Что-то, не знаю, что-то ей как-то плохо. Приуныло, что-то. А, 6,7, да, значит, у нас получается? Да ты что, 44-ка? 6,7, значит, да. Ты просто аналитик века. Вот, минус 3. Ким говорит, что можно написать этот саппорт. Вот, и этот, как его, они поменяют. Ну, минус 3 у него, тем не менее. Но там, там же еще какой-то. Да, не какой-то, а тигр. Судя по звуку выстрел. Наш коллега. Коллега? Да. Сейчас из 2 поговори. Все. На 43. Давай, трахнем. Че, его тоже убили, что ли? Ну, ее просто. Да. User joined your channel. Здорово, народ. Ну что, местечко есть? Здорово. Да? Я же написал, значит, есть. Я сушку пробежал. Да. Какой рейтинг? Прозрачнейший. 5-7. Я бы отъехал на здесь, пока тут арты накидали. Да, рушится. Хрен знает сколько. На тиграх под артой стоять, это, мне кажется, не самая умная идея нынче в 1.55. Что-то у них команда конкретно отгребла, я не понял, почему. Знаю. У них всего 2 фрага. Че это они так? Я на кого нацеливался, они все умирали. Ну да. 10. Неужто у нас такие нагибаторские пацаны? Еще 10. ФПС. А? Рядом дом, по-моему. 10 FPS, ну круто. Я нашел что-то. Ага, о, ништяк. Як, давай на фок. Ять. Яца. Деньги не прятать. Ага, нормально. Смотри. Это он такой продуманный или это он такой тупой, мне вот интересно. Хорец 33. Это он такой тупой, ясно. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Фига, я уехал. Оп, помазаю. Наших на С. Как там? Девушки, нормально, я смотрю, да? Блин, я какого-то рандома прикрываю. Писец. Ну ладно, хрен с ним. Ладно, куда снаряд делся?
Что-то какое-то избиение. Для меня тоже только что унизили просто. Я в топе сижу просто. Как отец войны. 42 миллиметра там пробитие. Там фугасы такие же, как на 122-й пушке, на Д5Т. По идее, она всех ваншотит, кроме Мауса. Ну, по крайней мере, у меня на Маусе ни разу не ваншота арта. Один раз вот недавно был гуслю только сбил. Ваншотает, если в крышу попадет. Ровненько. Ну, меня ни разу не ваншотает. Не на Маусе. Всем остальным. Ну и не только в крышу. Она может и типа Шермана рядом упасть, и он лопнет. У Шермана 38 мм борта. Не только Шерман, ПТ-хи там всякие, ПТ-76. Это само собой. Я имею в виду про нормальные тяжелые танки, типа Т-10 и С-4. Их ваншотнуть можно только если в крышу попадет на рта. Шпионов тут никаких нет. Сверху прикольный вид. Посидим, поковали тапчики. Вы там закончите, я думаю, да? Их все убежали. Санчезарио. Итальянский ник. Кстати, на АЕ 44. От арты всегда неприятно погибать. Любой, до свидания. Ты агрегат, Дуся. Ты, Дуся, агрегат. Ты агрегат, Дуся, на 100 киловатт. Да, что-то наши пацаны какие-то прям страшные попались. Mm-hmm. Особенно консольщик. Сегодня, короче, чувака зашел, как на Твиче, на канале на какой-то. А вот. По картохе. У него стрим там что-то. Заходишь, это гадость, смотри. Где ты чего, какая разница? Перенимаешь опыт? Ты же заходишь там всякие эти. Не, мне интересно. Смотришь. Ты я смотрю мировой по контре, потому что я смотрю не играл. Вселенский заговор картохи. Давайте, жмите, поехали. Я смотрю, еще у Александра взято, то он может опять взять какой-нибудь. Да, он может и есть такое дело. Таймер. Эскер. Что за памятник есть? О каком памятнике речь идет? Мецгер, матушку твою, перематушку, ты что там делаешь? Если ты на зенитке нормально шмаляешь, самолеты сбиваешь, то... Ну, первая зенитка нет смысла, конечно, брать, а так, если какой-нибудь там второй, то смысл есть. Ну, если команда у тебя там... Только Нео 31, только если ты очень хорошо понимаешь, что ты делаешь на зенитке. Поехали, давай, жми. В противном случае смысла нет. Я расторгую. Только если ты очень грамотно можешь вести самолет и их сбивать до того, как они откидались, и понимаешь, какие зенитки хорошие, а какие зенитки куски дерьма. Хорошие это Остинд, Колян. Многие думают, что Кугель хорош, но это не так.
У него очень сильно сбит прицел, и все бомберы откидываются до того, как он собьет. За ИСУ 57, но там еще сильнее кунг-фу нужно. Лучше не брать зенитки, лучше брать танки. Если не соображаешь, и все, и всех на них брать, да. Это опасно. На зенитке можно тащить. А что там, если сейчас твой выход такой? Надо очень разбираться в этом предмете. Самолеты со сроком годности, ну хрен его знает. Не, ну ты можешь на зенитке, там ты попал по самолетику, да, то есть он улетел дальше, да, то есть. И если он выйдет из самолета, да, тебе как бы засчитает фраг. Но он может, если его не забиваешь, а просто как бы, ну, задеваешь, там, покрытый лаг, еще что-то. То есть ты, в принципе, пользы команде никакой не приносишь. А еще есть такие зенитчики, которые вот они берут зенитку, короче, они настреляли, например, да, там два фражика, да, то есть, ну, или там один фражик, а вот, и во вражеской команде вылетает бобер, да, там, или штурмовик, эти зенитчики берут истребителя и вылетают перехватывать. Он на зенитке нахуя не вылетает. Ну, вот, есть такие индивидуумы, которые вот так вот как бы играют. То есть он на зенитке там, на краже там, один фражик. Недалеко прошел? О бумаге о какой идет речь? Ну, от всяких картонных танчиков, которые Маус, с которыми питаются. Мезгер, статус. Хуятус, там есть два, которые стреляют. Окей, вот это хороший статус. Это мне нравится. Вот, опа, пантера, пантера. Ай, давай, давай, родненький. Попочки. Душком, попочки. 3-400. Что там? А, ты просто пытаешься зонтики сбить, которые не сбиваются. Пули непробиваемые, да. Опачки. Давай, давай. Смотри, сцене получи. Сцене получи, через эту крышу бывает. Пацанчики, я полетел. Прохожу на внешку, Мезга. Что там есть? Кто он страшный, это? Т-44. Да, 3-400. Хеншеля есть? Т-3-400 я убрал же. Он еще раз убрал? А нет, еще один. Второго. Да-да-да. Убрал одного. Иса второго забирай. Какой ник-то? Lucky Eagle. Охренеть, где он? Не знаю, где он. Я тоже не знаю, где он. Ну тогда 44-ку. И да я не знаю, где он. Короче, я вот заберу этого. Попробую Тингера. И то меня сбил Освинт. Вот Освинт хорошая зенитка, да. 1300 метров примерно, и Остинт уже, в принципе, более-менее стабильно сбивает. Я пока искаю этого сраного вашего ИСа, блядь. А чё, пойди точку, что ли? Ты просил заказа, тебе выдали заказ. What's the problem? Ну, раньше заказывал. Что значит, надо раньше заказать? Ну, надо говорить хотя бы, где он, а не так, что искать. Я, кстати, короче, надо сейчас попробовать поставить эти, чтобы такие ники были, выделялись, то есть они издалека хорошо видны с самолета. Попробовать надо. Это пипец. О, первое слово Сани. Санчо Панчо. Санчо Панс. Мезгер, вот здесь контролишь? Нет, я в другом проезде. Текс, что это? Это 44-ка, кстати. Заказы. Заказы? 44-ку, который в центре. Окей, понял. Блин. Как так не трет, не пробиваю, по мне откуда-то типа и танки кидают. Ой-ой-ой. Выхожу. Откидался. Посмотрим, что будет.
Ничего не будет, да? Нет? Умер все-таки, пацан. Она, короче, в городе, на подходах. На набережной, на бетон. Вот ты его и нашел, да? Ты убил? Нет, кого убил? Там трёс. Наводчик заряжающий. Ну, заказы принимать не буду, сколько за мной двое. Да. Тут, один конечно, из них получится. В лоб идет. Когда в лоб, да, это даже лучше. Так, а на тебя и выходит сушка 152, кстати. И она стреляла. Ну, нормально, все, я приехал. Сука, конченый самолет, ебаный. Это пиздец. Помогай, спасай. А чем катаетесь? Это всем? Британское говно. Ты уже продонатил? Конечно, он продонатил. Че ты где здороваешься, ФМ? Машину купил? Чего? Машину купил, что никогда не здороваешься. Ну ладно, очень тонко. Он купил машину британскую. Я моему брату не понять этого дела, да? О, ты прикинь, ты прикинь, что у меня сейчас пойми. Если что будете делать, сзади, скорее всего, будем, да. Свертухи он не выбил. Я карный вебайкер, я что-то не обратил внимания. Я отвечаю на вопросы, когда спрашиваю. Понял, да, бля? Да я тоже отвечу на вопросы. Надо было, я 100 делать. Он, ты долетишь, он на меня отвлекся. Ага. Он меня хочет. Да я не знаю, что я с ним делать буду, с этим не 100. Ну почему забей. Бы и нет. Забей! Ни черта. Петёк, не спайм. Тут так как вина народу. Это вы своей игрой мешаете отвечать на вопросы. Так, есть прикрыть пол? Вылететь. Я зверну, как вылететь, прикройся. Да, есть то, что ли? Угу. Thanks. Воин костер. Ладно, окей. Сан, давай на таран. Таран оружия героев. Я вниз полечу. Землю таранить. Нормально, он тебя все-таки съел, да? Да. Та я на него залез, и он меня вынул, да. Вот ты понимаешь? Какой-нибудь говномет никогда меня отбивает. Это, я у него единственный фраг, понимаешь? Это, понимаю. Блядь, находит. Я нахожу всегда таких уникальных людей. User left your channel. А что тут непонятного может быть? Ты его уничтожил на эту помощь. Чтобы знать, что только будет на ЕС-100, какая акция. Если там набить сколько-нибудь фрагов, то в принципе фигня. Ну, победить там тоже там фигня. Там могут какую-нибудь такую хреновину придумать. Так, мне нужна помощь. Лечу. Лечу на крыльях ночи. Педали кручу, да? Да. Лечу, пендали кручу. Че, некому убить его? У тебя толпа, она здесь стоит, и некому убить. Куски дерьма бесполезные. Вот убили. Да, это нахер не надо. Ну так никого и не было, ты там один. Да, конечно, да. Кроме этих 5 человек. Опа. Блять, прозрачный пидор. Не, эти два тигра не прозрачные там. Как понятно, я бы на респе появился, только что не прозрачный. Два тигра? Не прозрачные. Их убили и... уже всех, их там уже по новой отреспились. Майн год. Нигерят на 44-ке выстрелил 6 раз в этого тигра. Ну да, Е100, тут же есть этот, миссия, короче, такая.
пользовательская, ее можно скачать, и туда заходишь, она типа как этого пробного выезда, вот, и там эти Е100 стоят уже. И он, башка такая же, как у Мауса, пушка такая же, как у Мауса, только шасси там другое немножко. Но не то, что... Не знаю, как он будет себя вести. Если корпус будет шить его, все, кому не лень, то он так, чисто как... Как коллекционный какой-нибудь будет. Мезгер, дай кнопку. А, шо? Чего, не спи, замерзнешь. А, погоди, знаешь что? Ну-ка, нажми отмену. Надо, у меня ты есть чего? Это. У меня вчера выпали там лучший отряд. А, включить его. Включи. В следующий раз. Слушай, может золото покатаем? Ты включай и катай, какая проблема. А, у Витька же еще золото есть, точно. На 5-3. Чё, здесь не катаются? Какая разница? Я здесь по машине прокачу. Чё у тебя? Какая разница? Тебе надо победить и всё. Нет, мне нужно трифраг сделать. Чё, не сделаешь трифрага? Берёшь ИСА первого, 2-3-4 и погнал. Это не 5-7, это 5-3. Чё, ну, да? Из первой 5-7, какая разница? В смысле не 5, 5 и 3. Из первой 5 и 7. Тебе не важно, что там написано. Важно, что 3 четверки всех зарешивай. Ну в картофане я вообще не знаю. Я в картофан не играю. То есть я пробовал, точнее, начинай там пару раз. И забросил. Там у меня прыгает. Тебя прыгает чат? Да. Вон чувак пишет, это последний бой. И я получу як пантеры, вы понимаете, как это круто. Ой, жестяк. Чё ты не умер, КВ-1? Хотя убей. А этот мёртвый? Ты! Ты, ну удивила меня 44-ка, конечно. Чё, у нас тут где-то целая куча народу. О, я не ваншотнул ПТ-76. Кого два лезет? Оп, ой, ещё 3-4, 85. Чё там у КВК? Да ничего, всё, бодрячком. Нет? Прогана. Не бодрячком. 3-4 как поживает? Умерла, вот и ехала. Нет, не умерла, вот она. В смысле, еще одна что ли? Минус 3. Минус 2, то есть. Вот тоже, вот и ехала в мир иной. Царство Оида, или как он? Аида. Аид. Через вот, Оид. Еврейский, Оид, вот. Это что за хрен на балконе сидит? Хрен. М6, ладно, это не важно, это мусор. Еще одна КВХ стрелялась. ПТ-76 уничтожила Костак Белески. Это где он тебя нашел? Да мы с ней перестрелились. Так, короче, берем вот здесь. Ну это очень важно. Бам, нормально. Скажешь. Выше. Оп, и третий. Ну, когда я зашел. Короче, там никого не остались. А, нет, одна ПТХ осталась. Это где? На точке? Ну вот, не на точке, а вот срез, вот, где вот эти были. Как долго ты рассказываешь все? Вот здесь, короче, да? Ну вот уже все, отрезались новое, да. Ноги ее треспимся. Если так долго будешь рассказывать, то нормально боют, то же всем умрут. Да понятно, но мне похуй на всех. Конечно, да. Соображающие чуваки не умрут. Ага.
кто тут за пацан стоит? 4 человека там. Уже 2. Я у пацана. Хрена у себя, у него как этот, у змея Горыныча огонь из ушей пошел. Так, этот, это из первой вообще. Без ствола. То из первой? Да. User joined your channel. Макас. Полетал. Макас. Здорово, Ки. Здорово. Наверное, починик, да, уже сложно. Писание за 15, говори. Нет, он не починил, я его только вывел. Как он мог починить? Все, да. Тоже в ад. Пробный выезд, да, можно только на открытой технике. И раньше можно было только на открытой. Это... Вот это я спустился. Прем. Прем технику. Там мне обязательно. Я как когда мы забрали 3 четверку, надо было 18 острова. Да и сказал бы, что 3 четверку будешь. Я долго соображаю, понял, да? Фейспалм бил сколько, но уже он быстрее. 70 тысяч. 70 тысяч он лагнет сейчас. И чё? Это потому что я стримлю, поэтому 70 тысяч он лагнет. Из нашего стрима у меня, видишь, этот фармим 100 миллионов, да, то есть вот видишь, и это скоро бом этот под мам онлайн до 100 тысяч. И надо, да, амбициозненько. Че ты, Ромыч, я только вчера на один бой выпустили, что за фигня, не уважаю тебя там, что ли? Да, ели, да. Мы решили через два летных играть, а я, видишь, я не в другой паре. Там летчик по парам, парами. Паре по, каждой паре по твари. Да, а у меня нет. У тебя не оказались твари, да? Да. Двое здесь, один на С. И один еще тут тусит. Жух горит. Лучше бы в воздухе поддерживаем. Стримят там. Ты бубнишь? Стримят как не надо играть, заебись. Ты бубнишь или чё? Или ты разговариваешь? Если разговариваешь, то да тебя... Мазафака. А когда ты бубнишь, как тебя воздух можно поддержать? Ты всегда же обратишь внимание. Во, сейчас, кстати, прикольно, смотри, наводишь на прозрачного, да, кто отреспил все. Да, его да, показывало, то есть, как тема. Красного, значит, не стреляешь. Оп, мне как... понравилось это дело. Вот это хорошее нововведение. Удобряем. Ну, чувак пишет, мы-то сиськи бабьи совсем, а ты член. Я тебе знаю, какой-то угар происходит. В мгле ада. Искососы какие-то. Гипчик пошел. Теперь как туда наверх залезть? Там, блин, столько фрагов. Давай, да? Не, у кого? Ну, смотри. Кого? Вах! Тук не по мне. Эх, не успеем мы их шлепнуть, да? Эх, чуть-чуть не успел. Вот были бы асы, там, перезарядился бы быстрее. Фига ты мне говорит, а ты все это время молчал, тяжело дышал, не писал вот эту вот фразу. А все равно я вот тут хули с ним взял. Я выключил ягу. Сейчас он пойдет, возьмет одну ягу и все. Так, что надо включить? Где мне это хреновое? Вот душа отряд. Да, что же могу включить? У меня выпало целых три бонуса на сильвер. Что-то у меня зависло на 15 миллионов. А, ну хотя я туда-сюда переставлял. Может вести огонь. 7-6. Давайте попробуем по вашему совету. По какому нашему совету? Выбирай. Я чуть не заметил, да, кстати. По Т-76 на ПВУ. Стреля, да, нормально.
Так что, у нас... подождите. Резет из дизлайка. Тип, играем? Нет, тип из дизлайка у нас не играет сейчас, в данный момент. А что он играет? Тип из дизлайка, потому что пятый. Я сейчас... имею в виду, он будет играть, а тогда не дойдет. Да? Буду. Заменю тебя. Ну давай. Давай. Тип из дизлайка тебя заменит. Тип из дизлайка заменит типа из фалоса. Из фалоса. Скажите, боец. Боец, потому что я зашел. Рандомчик. Завидую, да, сидит. Завидую, фалосов. У нас нет таких. Конечно, у вас фалосов нет. Давай, там же тебе написали в чате, понял? Это тебе, наверное, написали, да? То есть у них бабьи сиськи, а у тебя член. Не-не, они там с кем-то там ссорились, ребятки. Я приглашаю тебя, Ромыш. Типа из дизлайка, приглашаю тебя. Типа из дизлайка. Скатай, боец, я же как рандомчик сошел. Ааа, ладно. Давай я пока покажу, тогда он как бля вот этот, выйду из отряда. Давай, покажи. ПТХ это я. Аккасат. Сейчас, короче, покажу, как это хреновина плевает. Точнее, стреляет. Плевает. Пока ждем топового типчика. Ты там тоже по телефону базаришь? А? Понятно. Ты туда можешь вы не хрены изо рта. Из ушей, не изо рта. Чего вы тут затроллили? Санька. У нас, я не понимаю просто, как это происходит. У нас Мезгер половину не слышит. Горец половину не слышит. Как это может быть? Мне интересно просто. Сейчас будут все подтянуться. Отвлекаемся. Не беспокойся. А куда вы там можете отвлекаться? Жены нет, детей нет. Единственное, только он этот, как его, когда плывет, его так покачивает. Ну, прицелю, соответственно. Ну так, в принципе, можно стрелять даже, ну, пиксели не повыцеливать, а так, прицельненько, ну, так, можно пулять. Можно остановиться, то есть, ну, вот он стоит, оп, нетрагочка. Ну так, покачивает его, конечно. Нейтралка в воде, да? Да, включаю тоже нейтралку. Оп, только назад. Вот назад, только задней скорости. Назад он не плывет. В бок как бы работает по одному водомету. Мне кажется, допилят. Я допилят. А как он, по-твоему, должен плыть назад? А там назад он через этот обратный поток идет. Реверс? Да. Есть же видео там, как он назад ходит. То есть. У него, короче, получалось. Здесь сбоку жабры такие где-то вот. У него. Вот они, короче. Так, не знаю, как показать-то их. Ну, тут видно, вот в задней части вот здесь такие вот жабры. Вот, через них он назад как бы воду выбрасывает и назад карабкаться. То есть, а сейчас вот назад, если плыть, только подстрелом вот таким. То есть, стреляешь, он у тебя хоп, назад отходит. Ходи хоп, ну, помаленечку. Муфляж на тигре. Эмблема учебной дивизии. Хрен его знает, что там за эмблема. Так, а вот эти, да, вот этот, наверное, эмблема. Тактически применить пока, не знаю, пока, наверное, негде. Хотя в Аркадии, я имею в виду, негде. А в РБ, может, и
есть, как бы, ну, где, то есть там на джунглях можно переплыть, там островок такой, где вот на этот остров можно заплыть, вот, и там из-за камушков, там, например, там точку дефить, то есть стоять, напуливать. Ну, это, опять же, до ближайшего, наверное, самолета. Надо справа и слева, они одинаковые, то есть справа побольше просто эмблема, а снизу это такая же, только она в ромбике, то есть, ну, поменьше. Как там ноги придет, Ромыч? Две минуты только. На ПТХе он это еще может там, можно, если задний ход у него будет нормально, то есть то, что по воде будет она как бы назад отчаливать, можно, ну, той же там какой-нибудь восточной Европе там под мост зашкериться, потом вылез, пульнул назад там. Час назад точно давать не будет. Че назад? Больше 3 километра час назад она не должна давать. Все равно, Карен, сейчас она вообще назад никак не едет. Ждем этого топового пацанчика из вот этого смог пол шадов. Ромаш, а почему у вас логотип у этого, у ПВК там какие-то рак или краб там какой-то? Слушай, потому что, наверное, против раков играем, нет? Не знаю, эмблема-то на вашем ПВК. Вы, слушай, возникает, я, что у вас я, раки. Да, тут, значит, у вас раки, да. Кто у вас интересно, ну, почему так такая фигня? Как ваш вообще дизгайка? Ну, я не знаю историю, честно говоря. Создание этого всего. Ну просто для меня как бы дизгайка это вот. То есть есть гайки, да, то есть там палец вверх, дизгайк, там палец вниз, да, то есть может как-то еще там есть что-то. Ромыч, давай уже выходи нахрен из своего этого, тебя ждут. Да, заканчивает он, что-то. Мы бы и втроем поехали, но у него пари, у нашего товарища. Товарища Санька. Поэтому надо так, подумать. А на чем? Ехать, на чем? 5-7. Понятно. Так. Саня, готов? Спам. Я-то да. Ромыч еще что-то там. СКР-2 убери, оставь СКР-2. 12 звезд, Дэк, соберем, да. Сколько мы сегодня уже скатали боев? Вот. Собрали уже, собрали, сделали. А где она? 5 скатали. Я-то, может, не скатал, я-то не с самого начала с вами катаю. Да пофигу, соберешь, неважно. Достижение, по-моему, достижение, да. Звезда испытателя 19 декабря, есть такое дело. А, во, у меня еще один бой, короче. Но четыре боя я сыграл. Вчера ни хрена не проиграли. Да, нет, это фигня там. Пять боев сыграть. Ерунда. Ряда стоковые, да? 5 побед, не 5 боев. На 12, ну, 5 то, побед. Принципе, да. Благо, 50 первый побед делали. Наряд стоп, да. Середина. А6. Так, что у нас тут? Сразу на точку? Немецкий сервак. Ну, давайте я не поеду на точку. Есть хеншелят. Есть хеншелят. Колгас какой-то. Есть хеншелят. Вон. Не, странно, он. Смотри, советский сервак, но как будто немецкий выглядит, да? Интересно, что это вдруг? Да, 12 дней, по 5 побед. Да, вроде так.
Не знаю, мне британская техника не особо как бы впечатливая. То есть так чисто, ну, я не знаю. Она мне даже просто визуально не нравится. Там есть такие танки, да, сортиры там, такие. Как будто там у него просто там, я не знаю, там урна какая-то там на башку одета. Ромбель там или как-то такой. А топовые эти танчики у них. То есть у них. Не знаю, мне кажется, тот же Леопард гораздо интереснее будет, чем какой-нибудь там Центурион. Нет, топы британские, да, что-то как-то сомнительно выглядит. Саня, ты точно золотые пари делаешь? А что тебе пушать? Я услышаю то, что ты в жопу какую-то уехал. Жопу жопяную, опа, пантеря, я попал в гусь. Трестерка. У нас на точке трестерка. Вот. Убьешь ее? Нет. Пантеру, говорит, ну, наводчик, заряжающий. Которая, которая на есть? Да. Не-не, ну да, которая туда едет. Командир бы укладка. Круто. Доберешь? Ну, да. Так, 3-4. Мех, водитель заряжающий. Ага, и 44. Они куда пялятся, на тебя? Да. Кританов, 3-4, научик заряжающий горит. Откуда это было сделано? Охренеть. Навесом, что ли? Вот везучий ублюдок. 44-ку забрали, да, я так понял. Тигр входит, у меня два человека осталось. Сова входит. За домиком трется. Ну да, кто еще мог так сделать? Чувак 14 уровня. Да. Да, Саня, как-то ты странно делаешь пари, то есть... Там. Ехать в Лешкирис. Ну сейчас он возьмет третий проект. Да, действительно, так как интересно. Вот ложбинку часто вижу. Ложбинку? Да, там вниз спускаешься, и там тебе никто не ждет. Сначала доехать надо туда. Так, тигра я разберу. Блять, солил. Газик кого надо забирать? Там еще один. А кто тут приехал? Тигр? Не-не-не, я имею в виду из наш. Я, но у меня башки нет. И Ромич тоже здесь. Еще один тигр. Да. Сид ждет. Ты ж откуда? Ага. Заебись, мне в спину пропустили. В смысле пропустили? Так и будет. Вот мне хренак, но выбил всех в башке. Ник какой? Я не знаю. Скажу. Ты не знаешь? Какой? Руи какой-то. Рио? Руи. Или Руки Руи. А где он? Откуда? Блин, хрен его знает. Вот этот чувак мне тоже навесом шпальнул. Надо найти этого финика. Вот он. Оттуда стреляет, нормально, да? 15 уровня, паренек. Надо его забрать нахрен. Они все еще стреляют. Восток. Готов. Я сейчас арту заберу. Брал его. Блядь, это Рил, Руи. 13 секунд. Все 13, у меня 22, напоминаю. Черный властелин. Ну, на него надо... Блядь, я выехал, сейчас он меня трахнет. Я брался. Да я не туда выехал. На него донатить надо. В смысле, на я не вижу за танчик донатить. Лакринца, что ли? 1500 рублей. Да, я думаю, он покатается и потом уже не будет такой страшный. Может, он обратно 6-0 влепит. Он объективно, потому что возможности у него такие же, как у Тигра. Я, правда, на штурме, когда он летел. Я он гораздо медленнее, гораздо тяжелее от назад. Как у Тиграешки, по факту. Ну, он медленнее, да. Но у него ромб страшный. Так, Тигра убрали.
Рио. Оп, это ехал примерно. И второй подниматься там. Там же? Ну да, да, где это стоял, там вот эта дорожка, которая идет, там и второй лезет. Идеальное попадание, не пробьет. Подождем со второго, раз лезем. Я вижу ИСа только в 900 метрах ближайшего. Не-не, у точки был и второй 40, ну, который этот, 6,7, который. Из 244-го? Ну, допустим, окей, ладно, подождем. Ну, сам может его пометить, наверное. Отстрелялся. Я-то просто этому хотел я отомстить. Говнюку, который... Фига ты, Ромыч, лезешь. Да, я тоже оставлялся. Порше говно. Фига, я гусли чиню. Рио. Наверное, Рио все-таки правильно это читается. Рио, да. Рио де Жанейро. Охо. Смотри, Ромыч. Вот этого. Держи. Mm-hmm. Он сюда простреливается периодически. У меня уже... О, отлично. Я не в полигоне, а в пробном выезде я катаю эту 44-ку. А, блин. Не знаю, мне вот эти премы, они мне, ну, в принципе, не особо интересны. У него больно перезарядка большая, то есть брони как таковой нету. Мне больше даже интереснее Т-34-100 был. Чем это 44-ка. Ну, я думаю, в паре они получше будут. Потому что там, в принципе, не есть чего ходить будет в аркане. Ну, это... не знаю, я. Мне она как бы не особо. Из премок вот действительно стоящие, это вот у есть у этих, у американцев. То есть это вот тот же самый премиумный Першинг. Супер ХК, это в принципе хороший. Потом этот М46 Тигр. Скажешь 15. Ну уже. Давлю. Так, теперь я вот до ямки посижу. Да, но этот Рио, конечно, умудрился так навесом кинуть. 13 уровня, пацан. В движении кинул навесом. Потом такие ребята, которые вот так вот получили, идут на форум и рассказывают о заговоре. Или как они нагибали фейспалма. С Патима. Байки. С склепа. Выхожу. Из 2, стоямба. Стоямба. Эх, откатились вот за страниц. Да. В этом бы моя 34-ка жила просто пипец как. Ладно, это играли, конфиг у них был очень хороший. Его не смогли использовать. Зачем-то сидели на тяжах за камушками. Питание, вот. Одну звезду типа дали. Ну и что, там ничего не открылось у них? Ну? Не, надо же накопить 12. То есть это надо вот, 2 недели играть, чтобы вот, они все открылись? Да. Слушай, Ферос, это растет онлайн, что же страшно. Ну, 71 тысяча.
Новогодний каникул 71 с половиной даже. О. Я посмотрю, новогодние каникулы же. По идее, да? Школьник. Нет, еще не настали. Еще рано, да. А когда они начинаются? Не до конца года, вроде уже. Ну там за пару дней. Вплоть до Нового года, да. Да? Нифига себе. Они же потом там отдыхают, что-то нормально. Это уже последняя неделя, это будет. Утренники всякие сейчас. Утренники уже сейчас на них начинаются, то есть там. Утренники в школе, блядь. Утренники в школе? Нет, ну, в 11-м, в каком-то или в 10-м классе там, на утренник пошёл. Дед Мороз, Дед Мороз. Эспан, что ты в камне едешь? Чат читаю, чат. Ты еще не настроил чат, ленивый, ты хрен. Я с телефона читаю. Ну ладно, с телефона-то, в принципе. Купил же монитор за 500 рублей. Я с вами поеду. Нету денег, я бомж. Да ладно, хрен. Где я тебе за 500 рублей куплю монитор? Ты мне найди, блин, и я куплю. Да, слушай, я тебе беру, я тебе ножку монитор куплю за 500 рублей. Ты не представляешь. Ой, у него, короче, отходил ли контакты Влади Пыкова? Я же был на Авито, я посмотрел, и там ничего нет. То есть там все хотят за них денег каких-то там. Они столько я, не стоят. Я купил себе монитор, он стоит 4000, да, вот даже сейчас. А чувак за 500 рублей продал. Да, у него сзади. Много предложений. Ты просто знаешь, что, вот они напишут, да, там продают, типа там 3000, 5000. Ты напиши, за 500 куплю. Он месяц повисит это предложение, он ничего не найдет. И продаст тебе за 500. А то хоп, а у меня есть чувак, который хочет 500 рублей купить. И все. Ну, надо еще посмотреть. Я просто не видел там. Мехвод на очень как игра. А че их там как много? Да похрен, да не важно. Если будет так мало. Там 44-ка на точку. Добрали моего тигра, блин. Синяки. Я только высунулся, сразу по башке получу. Да, только ты боком поехал. Я отгреб, соответственно. 44-ка, притоновый наводчик, командира. Да? Доберешь, да? Не, она откатится, наверное. Уже нет. А вдруг доберешь? Сомневаюсь. Оп. Оп, промазнулся, парень. Парниша, ты почему промазал? Я не пробил, я пазика нормально. Под нами есть 2, нифига себе. Я к пазик без наводчика. Из 2, минус 2. Круто. Наводчик командир. Оп, пазика забрал. Долго ж ты его мучил. А чё я, у него 2 выстрела сделал, на 3 замрагал. Это кто тут? Из 2, без мозгов. У него минус 2. На 44-ку забрать на точке. Ага. Да. И можно было спуститься в эту выжимку. Можно. Сейчас. К нам уже 3-4-100. Ты страхнешь ее? Нет, я ее не вижу. На меня просто может сейчас отжарить. Может. Поэтому нам надо обоим ее контролить. Я в воздухе. Понятно. А, нашего пацана чпокнула. Стрелял? 44-ку забрали. Да. Как долго выезжал? Ох, Саня, ты против всего рез поедешь. Убрал 34-ку. Вот это, у этого минимум тайп из зэхи. 5 секунд просто. Всё, доели его. Смотри, лепёшка. Да, лепёшечка. Надо ему навесить. Оп, на гусле. Это 28? М? Камин танк. Где у него пимпочка? Она большая, не промахнёшься. Двигайся, я думаю. Только лучше там кроме. О, не пробил борт паровоз. Смотри, паровоз. Я чуть-чуть не доехал.
хуйню свой выделил. Так, давай, давай, сдавай, сдавай, назад, назад сдавай. Капец, ты меня оставил просто. Напротив все. Рус, чтоб ты пахан. А в чем смысл между разнесенным и спущенным маркером пробития? Я, кстати, тоже особо не вкурил, кто это сделал, нахрена это сделал. Когда вот он разорванный, вот этот крестик, да, если я правильно понял, то есть вариант не пробить противника. Ну, это я так понял. Не, ну он иногда пробивает. Все контеры прыгают. Иногда не пробивает. Наша или чья? Где? Нет, вот рожка картур. 44-й, ты чё такая надо? Только ты на ней имеешь. Там, кстати, премиумный пирш вылез. Да, вот его надо ещё. Немножечко. Концентрафно. Оп. Упал в триплекс. Пугов. О, что-то они побежали, как крыски с корабля. Офигеть, Саня еще живой после всех этих операций. А то ревизил. Дурака, он всем ревизил. Кстати, меня... вылетел на... Это лишь листок, потому что у меня два члена экипажа было. Я видел, как тебя в бок два раза еще засадили. Когда в самом начале. Вот, там я всех потерял. Я думал, точку захватил, сейчас сделаю третий оставок. И пересяду на нормальный танк. Ага. Выхожу. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. И они помогут нам ждать до утра. Так. Есть! Вот этот прям перш. И 3-4 без башки. Горит. Горизонт и наводчик. Кто горит? 3-4. Все, доели. Нет, я просто... На работе. Фига, что прям перш. Где КВ-1Б, интересно? Светоника его. Не вижу. Что за хрен? Я прям перша не пробиваю. Ну-ка, я пробью его, интересно. Пец. Я выбил то, что можно, и два раза не пробил корпус последний. Ой, я пробил его, смотри. Он меня, правда, тоже не пробил, ну, потому что он лошара. Громко стреляет. Любопытно. Так, КВ-1Б, да? Интересно, он там же, где перш рядышком был. Операция «Последний выпад». Бам. Стоп, куда девался КВ? Вот. Правильно. А, не, КВ-то жив, КВ-то жив. А вот Шермана прибили. Ну и КВ сейчас тоже прибьют. Ну да, первым-то, наверное, осилят. Да, и это сделали. Изи. Чё за новость? Изи. Понь, лошара? Microphone muted. У него конфиг 605337. Вперед. Так. Сковородка. Талисман захотелось, наверное, 3-4. Микрофон активирован. Ну, это хорошее вложение, да?
захочется дождаться уже новогодних. Тут там что-то интересное. Новогодних подарков. Там ничего интересного не будет. Посмотрим. Черт. Я почему-то когда, знаешь, как, когда он резнулся, у меня сейчас красный маркер был полностью, куда бы я не сходил. Да, потому что показывает теперь неуязвимость. Красный маркер. Не понял, что за шесть происходит, это про чё? Жесть? Это Ромыч. Кого-то понен. А чё, я просто отходил, дверь закрывал в комнату. Ромыча там сверлили или чё, он опять монитор шкурит? Курит монитор, ну и хрена. Вот так вот. Это... Подготовка к турниру. Да-да. Сильно. Пластик шкурит или сам экран? Это на турнире возбуждает игроков, короче, они начинают играть выше. То есть, ну, их значит, как бы возбуждается нервная система. И они сразу начинают этот мыслить гораздо быстрее, то есть там придумывать всякие тактики. Не шкурят мониторы. Ну ты когда вот будешь участвовать в турнирах, ты тоже будешь курить. Готовься, Саня. Шкурить. Шкурить и курить. Ты приходишь в магазин, спрашиваешь, есть шкура? Для монитора. Шкурка для монитора. Да-да-да, ну лёг. Тебе хоп, такую тёлку такую выдают, вот у нас есть такая шкура и такая шкура. Иногда бывает не шкурит, иногда бывает сверлит монитор там. Ух ты, нифига себе, пацан резко, как понос. Night Ice Warden, нифига себе, пацан слепил три слова. Прям как смог пол шедл. Может это, может они родственники? Наверное. Да нет, родственника. Со стражами, с ночными глазами. Все, может быть, да. Минус 2. Вода, что ли, ходит зафармить? Опа. Успел он все-таки захватить. То есть там нет никакого, да? Мафия. Да, нет. У меня сейчас только что чуть пантера не зафармили. Ну, КГТ я зафармил, правда? Ну, ей... мне повезло просто. Я слышал, как у нее пу-пу-пу произошел. О, Саня зафармили. Так-так. Как-так? Ну, это... Я не про то. Ему одному известно. Я что-то никого не наблюдаю у нас. В смысле не наблюдаешь? Вот здесь есть. Один, да? Вот здесь вот этот, а, это бот. Это бот. КВХ, он стоит, пялится. Короче, о, надо к ним ехать. Есть прикрыть? Оп, не успел, ну да. Вторая. Они, а, знаешь, они где, короче? Они отца, да? К точке, не, к точке Б, вот эта дорога-то, которая идет. Но с, я нижнего, смотрю, с нижнего респа, с нижнего респа. Вот их там, короче, целая куча. Да? Значит, надо их чпокать. Фейспаун скажешь. Ты меня сейчас собьют. Это же время скажет. Все, меня сбили, я не даю. Да? Не читай. Воздух, если есть, приходите. Куда я влез? О, отличный самолет. Да, у меня он кастинг. А чё, это даже когда ты так низко уходишь, все равно выгодно?
Угу. Ну, выглядит круто, конечно. Чего? Ну, нырок такой. Я думаю, может быть, если принять во внимание скорость подъема, может, не так выгодно. Но, видимо, все-таки выгодно. Выхожу. Блин, неужто все разбегутся? Нет, не все. Вот и славно. Там работают две зенитки, так что внимательно, если кто полетит. Будет сложно маневрировать на тяжелом самолете. Да пипец, как я не могу, что надо. Пиздец, как этот пуками, блядь, стоит, блин, я его полюбить не могу. Тигр, да. Был там такой. Эй, ты 76 наводчик слева? Вот чтобы я знал, что такие в частности. Никогда не интересовался. Кого? Т-76. Че там у него? У него там три человека в башню стреляют. Где-то у него кто, да. А короче, когда справа от орудия дал. Са, ты чё тупишь-то? У него в башне два человека, их убиваешь, и все, она там наводчик, не наводчик. Не умер второй. Ну, ты кривая бабка, значит. Вот это забавно было сейчас. Интересно, как ты это сделал, пацанчик? Саня, у тебя перед носом средняк? Я лечу. Да, а я о чем и говорю, а ты летишь. У тебя уже даже не просто перед носом, а прямо в носу уже он. Я приехал, мощный танк. Я лечу. Блять, не могу пробить, мали. Ту-76 уничтожай. Это было Т-76. Выхожу в воздух. Нет, это было Су-76, которая рейтинга 2,7. А не ПТ-76. Противотанковая установка 76. Я про это. Я хренею, блять, это 3-4, че она, блядь, заговорил на что-нибудь, че не понял. Которая там на точке С сидит? Ну. Я нет, не на точке С. Ну, на подхода. Нахер, да, руками ехал. Самолет, красно. Все на С сконцентрированы. Огромная масса. Нам надо на бой что-то делать. Народным способом я, короче, с ним справился. Офигеть. Желтил 3-4. Так, полечу я. Слетаю. Слетаюшечкой. Так. Опять мне дали на кассе. Чё за бред, блин? Я тоже себе планкассер только что дали. Так. Основной надо пукан летит. В принципе, можно и никуда не выдвигаться. Нету у них машин больше. Смотрите, чё, А-18. Заряжающий. Я не знаю, как я убил ему только одного человека, но факт. Так, чё, я поеду тогда Б заберу, что ли? Чё-то никто не хочет брать. Вот так он не ожидал получить, да, в задницу? Ты заехал через эту штуку, что ли? Не, да, Ромыч приехал, пристрелил пацана за жопу.
Не, я думаю, если кто-то на Б поехал бы, я бы к ним заехал через тот проемчик и на них тоже бы пострелял. Таня, разберешься там с этой мелочью? Она тебе улетит. Давай, слушай, бегай. Себе подняли, короче. Раз тут. Прикольная картина. Посваливались вниз и побежали. Слушай, я пойду тоже к ним. Так, я, короче, захватывать ее не буду, я просто собью и поеду на цель кого-нибудь. Вдруг, может, еще кого-нибудь убью. Да-да-да. Бомбер не наш. Имею в виду. Ура. Ой, меня бомбят. Мог назад, там недалеко эта бомба упала. Не, он на меня пялится. Там 34-ка. Как упала накидал. 34-ку я убрал одну. Не-не, на С 34-ка. Она стоит на меня пялится. На С нет. На С никого нет. А, ой, я убили только что. Это все пусто. Три зенитки. Ну, я не поеду на С, я поеду в зенитки уже прям. Все, больше никого нет, три зенитки. Три кривых зенитки. Вот так вот, вот как они играют на зенитках, вот так не играйте никогда. А, я примерно так играю, поэтому тупо не играть. Блять. Как не надо играть на зенитках? Это мануал. Да, но это было прикольно, конечно. Когда мы втроем приезжаем туда, и пацанчики, видишь, как мыши со скалы посваливались. Ну, кончили зенитки. Да, все, съели. А я только приехал. Ух, здорово, чувак. Сейчас нельзя по своим стрелять. Реал Ягер. Настоящий охотник в чате смотрит, как надо охотиться. Здорово, что мест больше нет, да? Здоровье видали. Что ты опять по-английски отвалился? Пока нет. Ожидайте, возьмите тагончик на службе информации. Зачем служба информации? Можно просто кнопочку бам. Нет, я имею в виду по тагончикам в очередь, там Мезгер был, да, то есть потом Тергорец. Там у вас какой? Это наш как этот электронная очередь там в Сбербанке. Ну да, да, я говорю, электронка, ей там не надо никакой службы информации. Оп, взял. И сидишь. Как там ушлые парни-то, да? Приходят и продают потом эти талончики. Не знаю, я такого не видел. Не видел? Ну, может, когда будет очередь, совсем увидишь такую тему. Ну, я не... Раньше были очереди, вот сейчас... 7-8 приходят, они берут вот эти талончики. Говори к палату, потом кадастровую палату, там, да, там очереди как продаются. Как они продают, ну, в Сбербанке, их там, блядь, охрана выкинет нахрен, я с этими талончиками... Да, конечно, да. Если бы выкидывала, не было бы такого дела. Ну, это же незаконно, какая разница, то есть это ну, мошенничество, или как оно? Понимаешь, что? Ну это все равно это незаконно, херня. Можно ли по ебагу им дать? А в чем незаконно? Ты продаешь свое место. В смысле, как это можно, но это никакого. А с десяток на брак такое продаешь место. Если не запрещено, то разрешено. Ты дачу загоняешься, мне кажется. Если есть какое-то распоряжение самого Сбербанка, да, то это просто не соответствует его правилам. Сам Сбербанк может написать что угодно. Да, но это не станет законом. Да что такое, я всех пленугу. Самое страшное, что он сможет делать, это выкидывать продавцов в шкаф. Все.
продаешь место, ни хрена себе. То есть это ты можешь, знаешь, как эти бывают. Ну, это игры, как раньше, есть, раньше, да. Раньше были бочки с молоком, да, с утра привозили, и там очередь этот. Я маленький был, когда я ходил с бетоном, короче, с утра, в 6 утра, блядь, ходил за молоком. Вот. И прикинь, там тоже, да, такой бизнесный, ну я такой, ага, блядь. Тут куплено, блядь. 5 метров очереди, здесь куплено, хочешь здесь постоять, ага, там. 3 рубля с тебя. Не, ну в кадастровой палате продаются билеты, в смысле билеты, а те места в рек-палате продаются. Там, блядь, неделю люди стоят в очереди, в этой, не в электронной, а в живой. Куда стоят? В рек-палате, в кадастровой палате. По земле. Ну, когда стоимость 17 раз выросла, наверное, очереди стали продавать. Ох, кто-то уже достаточно закачался. Ну, я слышал такой звучок. А кого докачались? Ну, смотри, на втором месте. СТ3, блин. Хер, какой-то там хер выговоришь, да? У них это отряд, походу. Может. Ремонтируй, если нужно помощь. Да, ремонту. Матер. Минус 3. Ну, отлично. Ты Саня Артой, что ли? Привет. Иги, ты артой что ли был? Ах ты ж. Парни, меня. Нет, я закрабил его на бомбаре. Минус 2. Игорь зон. Готов. Опачки. Наводчика убил. Чувачочечку. Так, а чё тут у нас из пера? Починили. Давай, до свидания, чувачок. И в РБ играй. Что там? Объезжа-то? Не, этот чувак. Набрить. Опять трансмиссию говоришь. Что вы, блин? На меня понтеры пялись в этом камуфляж. Камуфляж, ебать, ни хрена себе, блин. А что, на бомбе что стоит? На гусле она. Вот этот, 12 000 АГП. Да. В тот момент, хуя, когда союзники мешаются, только больше. А вы забрали. Бейте уже эту пантеру. Она мне не дает стрелять нормально. Ну если не дает, ты ее убей. Так она далеко стоит, там в километре стоит. Хреново выцелил. Убили ее лично. Ну значит я ей хреново выцелил от тебя. Ну да. О. Выхожу. Да, кто-то на задроте уже. Ну а с премом, в принципе, там быстро выкачиваются они. Чё там, до третьего ранга. Если их все в пике не выводить, то там, в принципе, быстренько они откроются. Ты ещё за свободку что-нибудь проскочить? Ой, нифига себе у вас уже. Базилик. Нет, что такое? Ромыч, что за середняк там у тебя? Справишься? Пусть не ешь, правда. Еду к тебе. Не доеду, наверное, ни хрена к такому времени. Да он выскочил. Не, ему жахнули в башню, кстати. Сейчас, может, я... Да доеду, да? Ну, так выскочил что-то. На ланкера. СТБКР. Угу. Ну нормально что? Забрал лыса второго и вернул ластерина. Я ничего не говорю. Да, и он вышел. Ну бомбу просто не скинул. Фернарвона забрал. А, вот ты два раза его убил, и он вышел из игры. Расстроился. Ну горчился.
Ну, аж донатил, а ты его убил. Как так? Полечу к этому парню. Которому парню? Миджамбер, что ли? Зиги много настрелял, да. Но я к нему не полечу, потому что там зенитка рядом. Зиги, а мы встречались уже с Зиги. Валерон, ну тоже неплохо. Иса первого критона в научный командир. Горизонт. Вообще на удачу. Зиги отъехал, да? У нас тоже есть према, да? Чтобы убивать. Понизу все сосредоточены. У нас вот только такой пацан зашкирился, а остальные зенитки всякие мусорные. Браво. Где зенитки осталось на респе? Остальные все снизу сосредоточены. Эх. Заги. Ну, Кингри появился. Пантера отъехала. Появился и отъехал. Как мило. Здесь танк есть. И не видно. Это бот. Вот его нет. Ага, вот это уже не бот. Вот его тоже нет. Че у нас там 3-4, то фармит народ. Пока снаряд летел, будет окончен. Ох, давай. Че, 28 тысяч всего, наверное. Почему как мой? Ундерберт. 72 тысячи онлайн. С каждым боем на 1000 увеличивается. Что-то Восточную Европу сделали. Карты не загружаются. Братаны, привычку просто. Да, да. Так. Че, я поеду на ту сторону? Прям к точке. Там вот сюда. Так. 5-7. Когда онлайн есть? Не я? Надо, и не надо всяких топов пихать. Чего, говорит? А, я думал, ты мне. Да я к тому, что... Обычно на свой рейд кидает, когда есть онлайн. Дебилы, которые стреляют из пулеметов, а? Это я, а? Смотрите, у них нет кенша, у нас есть кенша. Сейчас смотрите, по Т-76 как парике такая. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Пригребет на вёсках такая. Катюша всех раскидает. Если в реальности на ПТ-76 такого моста навернуться, то мне кажется, она тут. Не-не, я на Польше со скалы прыгаю, вот эти где камни, короче, за озером. Там высота нормальная. Я прямо прыгаю туда, ныряю в воду. Он ныряет так рыбкой туда бульк и вынырил вот, короче. Всплывает, да? Сразу видно качество танка. Ну как всплывает, то есть он туда ныряет под воду, да, то есть и его. С нормальным все. Не понял. Неужто в этом бою никто не поехал в деревню? Это как-то. Да не, есть один. Не вижу. На гусле. Квадрат можешь? Это не то. Гусеницу сбила. Антарвет? Да. Ромыч, ты перекрываешь мне обзор. Может, она вас зафармит сейчас.
А он уже без всего, сейчас один выстрел. Кто подсосет его? Мастер подсосан. Удивить на натуре никто в деревню ко мне не поехал. Эй, куда выстрел делся? Ромаш, убей 3-4, она стреляет. Ну уже. Прикольно, я стрельну, и у меня куда-то снаряд делся, непонятно куда. Давай, 85-я приспал. Там тигры проскочили. Да я, у меня 2 человека остались. Да, у меня выстрел хоть ушел, что-то я так и не понял. Минус 2. Офигеть. Я теперь просто инвалид. ПТ-76. Ну дуря ПТ-76 плывет по речке. Пацаны, смотрите, смотрите, она плывет. Все, она не плывет. Она лопну ее просто. Жесть. Пантера Д еще фейспаун. Где тут КВ-85 где-то был? И Пантера Д. Пантера Д, если ты свечу тебя. Не вижу никого, что ты там светишь. КВ-85 вижу. Вот это не видишь? И он меня видит. Оп. А, вот, я вижу. Я так видел, что я прям как предчувствовал, что она по реке поедет. Ее кто-то убил, блин, я думаю, сейчас она выплывет, хоть так посмотреть. Скринчик сделает там, заскринить. Дерьмо. Я в шоке, блин. Че тут куда-то снаряд? БМ-824, всю команду уже. А где она? А, у нас есть. А, вот, в общем, казан. Хрена себе, чувак. Ой-ой-ой-ой. Кеншель тут тусит, блин, не могу вылезти. Ляха, мы поторопились. Надо тебе было кеншеля, Ромаш, его выбирай. Это я не заметил, что ты летишь. Народ, хватит всех убивать. Минус 2. Да за чем он там стоит? Чё-то я бляху могу понять. Каким-то говном. Оо, серьезно. Люди, у меня фрагов нет, хватит всех убивать. Так мы никуда не едем. Кто, я один фраг сделал. Кто ее не убивает? Не продвигаемся просто, спасибо на месте. Повествуем, принять. Ага. Они сами едут. Я вообще стою курю бомбу. А, вообще больно. Так это ПХ, привычка, он... Я поеду на точку поеду. Бей вот эту ИСУшку. Она уж контужена. КВ-85 вон там на том берегу стоит. Не дрочит трес? Смотри. Его убили. Какой-то скучный бой. Я вообще не люблю эту карту, блин, дебильную. Вон кустер. Насади. Без пристрелок это вообще мучение. Че, у тебя советы не прокачаны, что ли? Нет, только ИСУ. Как так топовые машины не прокачаны?
любитель покатать на всяком говне. Не продвигается, не продвигается. Стоим на месте. Че, два фрага? Это Ромыч у нас, он нам 8 фрагов на ВП. Ромыч на бомберах летать любит. Ты не долечу. Че это ты не долетишь? А если ты любитель? О, нормально. Все, еще одно. А, тигр пошел говно. Жжи, он Ромыч, парни, монитор, парни. Матрицу сверлит. Не вижу. Офигеть, у нас 4 зрителя. А, точнее 2. Все, наверное, смотрят этот, как его. Турнир этот. Все хотят. Надо тоже сказать, ага, вот будете смотреть здесь, вам тоже может халява будет. Да, блин. И 800 человек, да? Ну. Кто убил тигра? Ты здесь, Санфраг? А, ты еще не здесь? Его псинус. Че, я убил леса тогда? Блять. Бля, опять подсосали. Все, Саня, ты не успел. Там последний М36 осталось, все, его надо. Бля. Все, валим на Ромыча. Он любил на бомберах полетать. Пять помощи, нахуй. Что за пиздец? Саня, хочешь, скажу совет. Когда у тебя вот есть там загатые пари активированные, ты не ревесь вперед. Ты... Нахрен ты полетел на точку. Да. Очки пофармить, блять, халявные, да? То есть... Я на точке не был. А где ты сдох? На набережной сдох. 185, на набережной сдох. Видел это. Халява, приди, чё, это не работа. Ну, надо, чтобы набралось, как его. Минимум 100 зрителей, тогда халява придет. Голдишку разыграешь. Кстати, что-то это, как я, так, точка внизу, да. Эти, как его, Наваха стримили, и там что-то разыграли, они там, эти, кубик к этому. Они так сделали все правильно. Нет, и забили что-то, и забили что-то. Он сделал неправильно, так это то, что он забил. Вот это было, да, так бы он мог, конечно, схлынул бы тот поток, который пришел за халявой, но что-то, кто-то бы остался. Не, ну они, как правило, слишком простенькие сделали. Там 5 азари, короче, условия, и выстрелять хотя бы 4 фрага. На 5-3 говори. Не, ну это тоже, я бы как бы, наверное, лучше даже не так бы сделал. То есть там не то, что там кто-то что-то настреляет, то есть это, ну... Надо какого-то условия там кем-то там сделать, там репосты где-нибудь, там еще чем, чтобы как бы больше она распространилась, эта инфа, да, то есть из тех, кто там сделали репосты через стаи там случайных чисел, то есть там, скажем, выбрали какого-либо игрока, то есть чтобы все были в одинаковых условиях, а не то, что там кто-то, ага, там тебе там 3 фрага сделать, тебе 4 там. Знаешь что, как участника подбирали? Там что-то есть, угадать надо, какие-то эти, сколько фрагов надо сделать. Сколько сделает фрагов Наваха, играя на 3400 на 7,7. Ну не, я это что-то видел наподобие. Но я говорю, это немножко неправильно, это что-то такое. Так, где у нас Ромыч? Я покажу мне, Ромыч, что ты там делаешь? Чё, туда не поехать? Не, всё правильно. Это я туплю, значит. Капец. Сотрендился, пока поехал за каким-то хреном. Ладно, посмотрим, что тут делать. Ой-ой-ой, из первого, иди нахрен. На хвост. О, пулемётчик. Бать, сука.
Ты не хороший обманщик. Блин. Последний момент крови. Господи, у меня тут хеншель. Так, надо его восстановить хеншеля срочно. Я попробую это сделать. Никакой. Вот это, вот этих бы кто-нибудь. Пульнул бы по ним. Будь здорово. Причем бот мешается. Кто-то не загораешься, блин. Так, хеншель. Лаква, да? Нет? Дайман. Демон. Окей, ладно. Стоят сюда перец. Да, ништяк. А чё вы там, кстати, делаете? А я потому что нубас. Саня заезжает, заезжает нам. Ну, мы таким макаром мы можем сейчас просто соснуть. Нет, нет, не можем. Сейчас всё будет. Есть контакт. Так, Сусто теперь нужен. Да? Вдвоем не можем забрать гребаного КВ. Ага, а 43. Понятно, ладно, тигра беру. Так, чё как-то ты-то поживает. Я ходил. Лично, я поеду сейчас тоже, короче, в другую сторону, нахуй туда. Я протупил просто фейспалм, чё ты? Вдвоём, блядь, протупили её. Да, ну Саня там сам по себе, а я протупил. Ну похуй, проебём, отлично, у него ещё один раз солился, проебём, вообще отлично. Я только за. Остуди свою жопу фейспалм. А то она слишком горит. Сейчас всё будет. Прикроем мой танк. И самолет тоже. Возьмите кто-нибудь самолет. Нет, это штурм, его нет смысла прикрывать. Я сейчас обойду их, Ромыч. Нет смысла, нет смысла. Нет Полетал. Смысла, да. Нет смысла тратить два самолета, три очка, для того, чтобы прикрыть штурмана. Убрал тигра. Еще там остался? Еще так, слушай, нет, 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 пока не вижу, я рядышком. А, вот он где. Закатился, но я думаю, нет смысла ехать. Да, мне тоже так кажется, у нас выкатится 44-ка и пантера. Да. Стрелял, 44-ка. Пантера без башки. Наводчик, командир горизонта. Стрелял, 44-ка. Я залазил. Чё у меня, как там? По человеку. Готов. Так что главное, чтобы этот тигр я к нам в жопу не настрелял. Копатик же с ним разберется. Да. Приехал чувак на блэкпринте, охренеть, я думал, все, у меня керанды. М36. Я два раза не пробил М36. Два раза. Корпус надо было стрелять. Наши в точку, надеюсь, смогут, да? Да-да, без проблем. Эх, я там панику ударится, как только какая-нибудь маленькая ошибочка сразу. И поплыл. Ого, нормально, парень, даже полетать. Бежать. Это было сделано несознательно. Вот надо закрепить результат, чтобы несознательно больше так не делалось. Твоя паника делала не помогает. Паника. Девичья какая-то совершенно реакция нездоровая. Так, они все подъезжают, собственно, вот здесь. Огромная масса.
и все. Ну-ка, выберчик. Ну, вся толпа на меня вылетела. Так. Может, и у них еще на тебя тоже есть. Офигеть, я думал, на тебя у них уже не будет. Да. Красота. Тигр, я без башки. Выхожу на него. Рикошет. Эх, запинали меня. А? Насрал ты на тигра, все. Забил его, Румич. Так. Да, я смотрю, на него упало, на этого тигра. Длинная штука. Справа какая-то стажка будет. Вторая четверка. Опа. Он стрелялся, этот 44-й. У вас аж мат. Да, парень, ну ты дал, конечно. 44-ка видел, что сделал? Высад трупешник смальнул. Не, там КВ-2 заряженный, заряженный. Теперь же заряженный. Всё ли было пробито? А это человек, кстати. КВХ на ББХ. Трампа быстрее перезаряжается, да, чем я? А нет, не нас. Кто куда перезаряжается? Джамбо. Да, быстрее, конечно. Кто у тебя проблема? Доставляет раму. У меня нет проблем. Я бомбился. Удачно отбомбился. Прозрачный. Остерлялся. Выхожу опять. Все готов, да? Не посмотрел я на этот маркер в этот раз. Выстрелил сразу. Есть зенитный? Нету никого. Там обходильник есть, вот здесь. Опа, прыжок веры. Хопа, клин. Охренеть, гусеница. Вот они, два брата, акробата сидят. Прикольно, я прыгнул, короче, у меня гусеница свалилась. Капец, всех накритовал. Без башки, тигр. А, блин, они с другой стороны. Он поехал. Не, вот здесь вообще. Да. Они на С вдвоем. И причем оба критованы. А кто летает, кстати? Да. КВ-2 там и второй. Ромыч, давай. Иди уже. Оп, еще прыжок, нет. Так, и из 2 там какой-то лишний. Потом приличного. Техника, сама. Они все ушатаны. Егоровиц. Это он Вич хотел, наверное, написать. Получился Егоровиц.
толстых и плевых. Капец, а? Почему оно у меня на карте не отображается, не могу понять. Хорошо, полетел. Все, больше нет у них танка. Нет. А по Т-76 наш чё, бравар, что ли, вил? Паковщик, о. Ну, люди по Т-76. Крой карты, наверное, плавать. Нет, у них нет по Т-76. Или ты про нас? На последнем месте, да. А, нет, ну ладно, всё, вижу. Я думал, вон плава, отможет. Почему негде, тут можно спуститься в речку? Ну, свалиться, может, вниз на край карты, но там не было никого. Я просто смотрю, он... Свалиться, поплавать. Смотрю просто на последнем месте. Может, он в эту всю игру плыл, а не он там. Смотри, еще на 700 онлайн повысился. Едем в Крым завоевывать. Значит, нет. Они на тебя едут. Максим! Да. Юныш, иди нахер. Молодец, красавчик. Интересно, ты себе по своему молчал? Он на двоих себе ушатал. А, он умер вообще. А, вот так вот, да? Даже не двоих, а всех сразу. Ладно. Это как? Я не понял. Как его убили? Очень просто. Он ушатался. Дети, от бога. Просто водитель от бога. Или от Леха. Ну, пока его нет, то и водительские качества такие же у него. Так, Саня, ты хер ли тут, блядь, на моем месте делаешь? Нету твоего места в этой игре, поискал. Ну, я обычно сюда еду. Мне не важно, кто там куда обычно что делает. Ему нужны фраги, пусть он их делает. Бам. Пашки нет. Че нет? Кто подсосал КВП, а? В смысле подсосал? Она двигалась, я шмальнул ее. Вот это лучше, так, чувачка вон. Опять сюда смотрим. Стрелягайся. А, блин. Что ж нам так не везет-то, а? Я ты вылез, пацан. Пошли или рикошета. Ты решил взять самый сильный танк, да, Ром, что с самого начала? Чтобы всех, так сказать, зарешать. Я вылетаю, так что имею в виду. Скажешь, если надо будет выпрыгивать. Кстати, видимо, надо будет, Ромыч, смотри. Вы трогайте, пожалуйста. И не трогай сушку, ты спал. Так, кого брать? Три. Мне КВХ, прикиньте, не пробью. Давай, Андрей. Так, дальше. МТРД, Франкенштейн, 15.
24. 20 секунд, 19, 18, 17. А, блин. Эй, кто? Тут молочка выбил, даже не пойму, откуда нам будет. Ты берешь Тигора? Добрал, да? Ну да, добрал. Ручку. Третий раз поджег, да? Минус три. Не понял. Другое дело. Фейспалм выкатился. Да хули выгодимся, тут пусто, блядь, кто-то на моем месте стоит, блядь, тогда я поел, да. А ты-то вообще чё, блядь, ты сидишь там, и тебе что ли говорят? О, бимбы, бимбы. На моем месте. Нет. Черного кинул в тебя бомбу и кинул в меня. Но я-то уехал. Мне даже никуда не деться, потому что... Подонок, подонок просто. Андрей, ну ладно. Андрей. Видишь, он туда поехал, займи другую позицию. Что ты? Кипятишься. Я буду заниматься ровно вместе. По рельсам, что ли, так поездить умеешь? Да. Переучивайся. Еще вопросы есть? Это не вопросы, а замечания. Без того. Слушай, не трогайте там этого Иса на горке. Окей, не трогаю. Без того. А, нет, можете забирать меня. Ты странно лечу. Какая разница, уйдешь, понятно. Так. 85. А ты чё вообще? Чё ты вообще? Так. Лиса в результате надо было трогать, да? Прикрою. Я, мне кажется, надо будет выпрыгнуть. А не, теперь сюда еду всей толпой. Вернись, я его срежу. Увернулся. Да я внимательно смотрю, что там у меня происходит снизу. Я трое зарешал. А, ПТ-76 плывет. Да ну нахуй, блядь, пидор ебучий. Хуига, блядь, ебаный. Это тот же, да, я так понял, тебе жахнул. Блять. Это был жирный алкаш. КВ2, да. Надо его зафокусить. Да ладно, ну два выстрела сделал по ПТшке и хер. Пиздец, блин. Не взводит снаряды, что ли? А, вот он где сидит. Ты на другой стороне. За озером едешь. Не меняешь, пучок, не, да? Вот будет лол. Жирный алкаш. Нифига ты даешь. Зарешал нашего пацанчика с килоче. Оп-оп. Видал, что делает, да? Вот
пацана, эти все. Все, взорвался. Сколько у него прогов? Дига, блять, кончено. У него два прога. 9 уровня, блять, первый день играет, блять, у Грина. Ну вот они так и стреляют. Вот, как тот пацан на этом, на Маздоке вынес мне башку 14 уровня. Треспа просто пальнул на скидочку. Фига, у них машина-то еще до хрена, а что-то никого не видно. Они все на резку торчат. Я его на АП забрал. Да. Тебя фрагет есть? Да, да. Отличный бой просто. Бамбулина. Ты разберешься с этим средником? Кто там у тебя, Саня? Т-3485, он за домиком стоит. За домик? Че-то бомбы летят. Это он зря. Это не наши, не наши, не наши. Я понял, что не надо. Быстренько двигаемся. Блин, не артур. Ну как, дайте ко мне самолет, нахуй, на этого лжа выебать надо. Ты же на алкаша будешь убивать? Да. А я вижу его. Не убивайте только его. А хочется. Месть. Ну ладно, я не буду в него стрелять. Месть. Он меня все равно не пробьет, пусть стреляет. Т-3-4, блядь, поехали. Я могу у него выстрелить. Не надо, не надо. Окей. Окей. Вендетта у тебя, да? И тебе двоих автозаводов. Борьба с пьянством. Ну а меня обходит фейспалм, давай быстрее. Оп, есть контакт. Откуда? Откуда? Тот же самый пацан причем это сделал. Откуда? Здрасте. Из-за горки на респе, откуда еще? Че, выкатился, да, выстрелил? Лучше это баллистика, поэтому я его не видел. Че там, какая баллистика, 50 метров расстояния? Он не попал фугасом в башенку командирскую. Ну, причем тоже чувак какой-нибудь 10 уровня. Нет, это нормальный чувак. Я смотрел на него, я его не нащупал. 52 уровня он. То есть ненормальный он, конечно, в днище, но что-то понимает, по крайней мере. За 62 уровня до пер. Ну вот он сидит. Жизнь? Ну он не понял жизнь. Он на бас. Вот он третий раз смотрю убил. Ну, просто знает, что можно фугасом убить. Тоже не успею. Прощай, парень. Ой, всей, блядь, моей жизни. Должны быть и такие. Не бой, а боль. Чё, о, ни хрена себе, эмблема 10-й танковой дивизии. Это тебе утешение. Так, точно. Парни, давайте минутку перерыва. Давай. Перерыви, чё. Остудим там, заодно фейспалм мороженку съешь. Или сядь на него. Хуёженку, ёк. Сейчас я Тим Коннери приду.
Ромыч, у тебя нету парей никаких? Не, нет. Тебе, наверное, и так в ПВК, да, там за летишка отступают. Ну да. Хватает пока что. За что, вам, за что вам там отступают за летишка? Ну, например, за Люку 12,5 дали. На Рыга, на каждого? Да, на каждого. А сколько ты боев в Синграде? Нет, это просто так. Это вообще каждому. В смысле, это, даже можно это не чтобы... играть? Да, это что. Да возьмите меня в пол к себе, пускай мне тоже по 12 кусков отваливают. Это чтобы ты себе купил этих 20. Асов, вот да, я себе куплю асов. Давай я к вам вступлю на месяцок. Там вон некоторые пауки вообще набирают, там делают твинков там и так далее, чтобы этот там набьют себе там статку, там фигатку, чтобы там на тандер скили они там топ 10 входили. Ну да, там видно сразу, что твинк. Вот мы можем к вам с Тимом вступить, вы сразу у вас статка ПВК повысится. Я готов. Так вы уж не РБшники. Какая разница, да там по общей идет? Нет. Чего нет? Там, сколько вообще... у тебя в РБ? Ну, у меня в РБ нормальная статка, там даже не играя в РБ. Я посмотрю. Че, у меня 70% в РБ, че это? 79% КПД. Все путем, че ты? Там тоже пошел. Так, сейчас. У вас в ПВК только у одного чувака, у стрелка 70, почти 72% у остальных у всех. Не, нет. У меня должно быть 80%. Да. Где у тебя 80%? Пересчитай, возьми мой личный список и суммируй все вручную. Все вручную. И... там общая стата отличается от того, что по сложному списке. Если ты сложишь, то у меня будет на 400 побед будет больше общая. Кого сложишь? Чего сложишь? Короче, открываешь послужной список, да? Там есть победы, бит. Вкладываешь все победы. Если сложишь все победы, то... Ты прикалываешься, вот мне сидеть нехрен и сидеть складывать какие-то победы. Нет, я... потому что я оформлял рекорд. На эту тему, это у всех стата порезана была. У всех после обновления, у них стата легла просто. У них где-то процентов 8-9 стало ниже, мне вот вообще на 11. Ну потому что было время, когда не засчитывались просто бои, победы не засчитывались. Баг такой был, что ты хоть побеждаешь, но если ты покидаешь бой, то победа тебе не засчитывается. Например, такой баг был потом, тоже... Правильно, так и надо таких. Таким надо вообще, кто покидает бой, нахрен, вообще этот каких. Засчитывать ему вообще поражение. Ну, я-то покидал победный бой, когда очки Ром, капают. Ром, ты лупу не видел? Когда очки уже капали, я вот покидал бой. Зачем? Ну, а смысл не смотреть очки? Я же не знал, что... Нет, просто есть такие, которые там берут, короче, хоп. Ну, понятно, которые сливаются. В РБ особенно, да, то есть они хоп, короче, да, и в аркаде даже есть. То есть их слили, ага, и все, и они вышли из боя. То есть, а команда затащила, им записали себе победу. Вот с таких нахрен надо вообще вычитать. Им поражение ставить автоматом. 6 фрагов и вышел в бой, эти поражения засчитываются. Ты не выходи из боя тогда, сиди, дай. Вот, я никогда не выхожу, это просто уже под конец уже, когда очевидно. Таких боев, когда ты сделаешь 6 фрагов, да, там у тебя убили, то есть их не так-то и много. Ну вот, прикинь, я только посмотрю, мне поражение засчитывают. И вторая бага была, когда просто бои были, и просто победа общую не шла статка. То есть, это... Хотя, возможно, тоже баг, там 100-200 побед. Неправильно засчитано. Ну ты, короче, понял, ты намекнул, что мы не как его.
не заслуживал по 12 тысяч голды. Нет, мне... Чего? Мне, в принципе, все равно, кто и голду получит у нас. Но... Кинь вон там какие-то предложения для Макдональдса ставишь, чтобы голду пофармить, а тут такая халява есть. Я не думаю, что вам нужно... нужен этот полк. Плюс второй состав. Потому что сейчас места есть во втором составе. Нету. Второму составу тоже, когда он на лигу пробьется, ему нужно тут водички. Так, сейчас я пойду водички попью, сейчас. Там играют все донные. А как же он пробьется? Микрофон мьютед. Это ты обо что тут закипаешь? Да, фейспалм говорит, типа, может мы тоже, типа, 12,5 тысяч голды получим. На харю. Просто за что? Ну, за лигу. Да, хрена нужна. Лига это. Была бы чисто танковая лига, тогда поиграть было бы интересно. А так неинтересно. Ну, там танкисты это в приоритете. Может, тащит? Ну, пусть тащит. Летчики-то сейчас не айс. Летчики, Ромыч, всегда айс. Почему? Потому что риски крайне низкие. Фейспалм ждал, пока я налью чаёк, чтобы самому пойти найти. Чек от тебя. Вно. Сейчас чё, я пойду налью чаёк? Да, пожалуйста, я чая, походу. Ты на кухне сидишь, что ли? А? Просто чайник был гореть. Да, ну фейспалм интеллектуал, конечно. Хоть бы второй не нажал. Поехали бы сразу. ДБТ бронетехники летали, да. Али сделали для вас технику. Памеров был этот 105-й. Микрофон активирован. Питанцы должны. Так. Так, чё тут? Я тут, короче. Налил себе глюкевенного компотика. Блин, если чай успел сделать. Вообще много чего успел сделать. Передернуть-то успел? Нет, это никто не интересовало. Да ладно, чё ты? Все знают, что ты скрываешь. Чтобы боевой задор не терять, не иметь никаких. Чтоб кровь доела в голову, да.
Да. Та и точка в центровой. В центрушечке. Я вот ни хрена не вижу, где точка. А в начале показывал. Когда прогрузилась, только вот эта первая появилась, там показали, потом она пропадает. Чтобы была загадка, да? Почему? Она там, ну, да, порядочно времени горит. Хорошо. Давай я тебя тоже разверну, чувак, чтобы ты понял, как оно. Или какой-то отряд там. Может, ту мороженку есть, да, я бы сейчас от мороженки не отказался. Тебе раньше ее надо было сразу садиться на нее. Их нету, нету мороженки. Принес бы там мороженку. Сейчас мороженку с клюквенным компотиком, то вообще ништяк. Надо записаться таким делом. Что там эта толпа делает, а? Куда они едут? Что, извинился? Извините, я туда не поеду. Мне кажется, он троллит. Он тебя два раза подрезал, меня два раза подрезал. Жаль, да, что сейчас убить-то нельзя. Да? Молодец, кто-то на точку заехал, медаль тебе. Игра уже идет вторую минуту, я проехал только второй квадрат. Да. Че, он третий раз тебя подрезал? Капец. Ницель, да? Или штрудель? Штройзель какой-то, непонятно, что это такое. Штреузель. Да, иди ты атакуй себе сой. Давай, давай, убить гринная шкура. Есть. Охренеть. Охренеть. Откуда тебя сами пролетели? Мне Сашу Грей поменяли. Спереди и сзади. Мне нравится, когда совзводные помирают. На халяву, да. В удобных местах. Не говорят, откуда я не сдох. То есть ты вот так вот едешь, да, и можешь тоже сдохнуть тут. И похрен, главное, один херит, ноль информации. О, это не основной изводный, так что есть некоторая скидка. Он как клево поедет. Я не знаю откуда. А добили меня спереди. Опа, 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 летит. Москит. Блять, на меня падает. Нет. Понял, да, куда он упал? Значит, нет, там кто-нибудь есть. Вот сюда он упал. Не вижу. Да, есть. Вот. А, есть, да. Блять, на меня тинкер пялится. Выбил он башку. Минус 2 и привода оба. Отъехал. Пацанчик. Тоже информация, видишь, что он упал с штурмовик. А значит, он для себя дорогу расчистил, значит, там кто-то обходит. Все это очень полезно. Да, не загадка, а интрига, да. Так, наверное, точнее. Че у нас тут за тигра тусит? На открытке стоит. Тусит, стоит. Без башки. Нет? Нет, целый. Так, кого зафокусить? Кто мне мешает? Все, теперь не осталось. Так, кого зафокусить? Тоха, наверное. Тоха, убивай пантеру. Пантеру, да. Поуп, слот. Из этого первого отряда. Микрофон мьютед. Микрофон активирован. Угу.
Вот это что такое, я не понял. Да хрен его знал. Калёка. Калёка. Нет. Да и ты умрёшь уже, бляха, муха, и дуй бы на пунтера. Пипец. Восторг. Пиздец. На густле. Отлично, бля. Кончено. Тварина. Офигеть, Калёпа. Весь рез, живёт. Короче, стоит, по мне стреляет. Ну, рез поменяется, конечно. Каких нахрен 15 секунд они прошли 3 секунды назад? Со все еще не попадаешь, Ромыч. Пантера-то целая, пантера, да. О, да, не целая. Пушка не обсказывается. Еще 30 секунд ремонтировался. Мне все три танка уничтожил Хэтли. Азарт. Фига ты. Киловнул. Бывает. На мехводе тигр. Майкл 44. А это что такое было? А, окей, понял. Достала я, видать, этих ребят. Пойду рашу в точку. Пара, нет. Парни, сосредоточился начался исключительно на мне. И тебя он шпокнул. Нормально. Так, лететь тут я вижу смысла особого не будет, да? Да, вот такой я забыл. Хорошо по центру. Да, РПЦ. Их мало осталось, РПЦ прокатит. Ну да, я говорю, да, хорошо по центру. Да, я бы, наверное, всех остальных ушатал, если бы меня не штурманули. Я как-то пропустил этот момент, к сожалению. Тоже замечаете, если кто-то летит, говорите. Там наверху кто-то есть. Не могу пометить. Калёпа. И она там всю игру стоит. Забей на нее хрен. Да, у меня там, кстати, немного экипажа осталось. Я на нее пару ударов. Она упала и лежит там, видать. Так, бобёр. Я прям по центру. Отличная. Вот меня Калёпа и трахнули. Она не перевернула. Причем показывает, что снаряд летит надо мной. Жесть. Она выбралась, лол. Просто жесть. Ну, я точно. Просто Калёпа затащила. Так. Это его выход был. Дублера на Пантеру Д возьму. Чё ты стоишь там, чё ты? Тебя нихуя не слышно, блядь. Чё там бормочешь? Сейчас мы играем по мере возможностей. Ага, три бота. Комментарии, конечно, капец. Чё, КВХ, блин, ну шатай эту Калёпу. Офигеть. Все, привет. Так, Калёпа, двигатель, топливный бак, бока. Это не важно. Чем он там пишет? Я застрял. Все,
конец. Ну, норм, че. Нормально поиграли. Че, первое поражение за два дня? Вовремя. Просто пацан на Калиопе. По хардкору да. Зарешал. Просто он сидел, сделал... всю игру ждал. Три фрага сделал. Он сидел, ждал всю игру этого момента. И он дождался его. Удивительно. Алох, снэкбар, интересно. Да. Ладно. Едем дальше. Опять на Крым? Да. Охуим, на Крым я еду. Первый стал, того и тапки фейспалм. А поскольку он быстрее, то он там будет. Ну похуй, я поеду вообще на Крым. Ты че, обиделась что ли или че? Че обиделась? Нахер ты там нужен, да? Идешь себе как ребенок. Едем все на С. Так, что-то у меня опять подвисон какой-то. Ты его спецом или у тебя лагает? Да, у меня подвис. Лучше снизь, ты в реку заехал. О. Отвис вроде. Так, ладно, я прикушаю, видать, после этого боя. Распускаю отряд. Фейспалмом поехала крыша. Нахер такая игра не нужна. Больше ничего ни у кого не поехали. Чего больше? Ничего ни у кого не поехали. Че ты там бручишь? Обиженка, несерьезная херня. Че тут обиженка-то я, блядь? Нахуй я, ну, если туда не поехал, я поехал в другое место. В чем проблема? Обиженка тут при том. Я не собираюсь там под кого-то подстраиваться. Я играю так, как я могу играть в свою... Да, нахер ты такой нужен. Возьмите другого, значит, все, нет проблем. Я и распускаю отряд, поэтому. Одна ПТ-ха под этим. ПТ-76, он, конечно, под завоз там плавает. Подстраиваться. Так, я отремонтировался. Сука, ну пропадай, блядь, ёбаный труп. У тебя же сушка в жопе будет. Да? Печально. Нет, фейспалм говорю. Фейспалм.
Так, Дарния летит. Осторожно, бомбит. Так, это печально. Нас очень нет, все. Убили. Сбили. Интересно, он успел нас снять или нет? Нет, не успел убивать. Сейчас будет. Масса мест. Миллиарда. После этого боя. А что такое, все уходит? Я уйду. Угу. Точнее, я никуда не уйду. Но отряд распущу. Так, и как же меня пристрелили, интересно? Одним махом. Офигенно, сбросил бомбу на труп. О, молодцы, ребят, молодцы, толкаться дальше. Три! О, ни хрена себе. А это нормально. Гениальность. Да. Хорошо зашло. Ну и все, собственно, что они кончаются, ребята. Кто 7-6 плавает тут? Да, на лишь там плавает, я не знаю, куда он там застрял. Нормально. Офигеть, я танканул КВ-2. На ББХ, наверное. А, вот она, нифига себе. Слушай, ну я бомбу скилл, и вообще никакого результата. Они в воде же. Поплыла куда-то. Там. Да, не происходит ничего. Бомба просто тонет. По идее, бомбой можно топить. Неустойчивость-то не корабельная. Да дело не в устойчивости, даже в волне. Ударная, которая пойдет, все равно должна же скорее. Она довольно ослабленная на поверхности воды. Не на таких глубинах, это не важно. Так, я тоже отведу туда после этого бойца. КВХ, ты меня радуешь. Отойди. Интересно. Может и доберемся, кстати, до нее. Я думаю, времени хватит. Вот она осталась как раз и пазик. Я не могу ее подбить. Снаряд кто-то сбивает. О, мне кто-то так разбил гусеницу. Сбиваются, они в воду уходят. Есть такой баг, да. Она меня убила. Смотри, у него ник Физ. То есть он водное создание. Ну, конечно, весь бой стоило посидеть, чтобы меня убить. О, Калёва просидела же весь бой. Как-то сумела на гусли встать. Ну блин, я хотел бомбу. Но я устал. Да, пристрелила на я. Я так ехал. Так, ладно.
Давайте успехов вам. Подробно сегодня выход. Да я бы сейчас, наверное, катал, сколько влезет. User left your channel. Ладно, тогда повешу, как соберетесь там. User left your channel. Channel switched. Так, ладно, короче, пацаны, пока закончим на сегодня. Может, сегодня еще, кстати, если вечером, постримим. Там, по идее, когда подписываешься, должно быть сообщение приходить там на почту или куда-то. Так что все возможно, вечерком еще покатаем.